следственными органами по материалам, поступившим из управления ФСБ и ГУМВД России по региону, возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя города Красноярска, подозреваемого в организации преступного сообщества и незаконной организации азартных игр, а также в отношении 22-летних жителей города Красноярска, которые подозреваются в незаконном проведении азартных игр и участии в преступном сообществе. Возраст вот этих граждан от 22 до 37 лет. По предварительной версии следствия, 37-летний житель города Красноярска в период с 2018 по 2020 год, то есть на протяжении практически 2 лет, с целью извлечения материальной выгоды организовал устойчивую преступную группу из 22 членов, в которой поддерживал внутреннюю дисциплину и единые для всех участников нормы поведения. Координировал преступную деятельность членов группы, а также разделял преступные доходы между ними в зависимости от роли каждого. На протяжении, как я сказала, уже без малого 2 лет была организована сеть традиционных компьютерных залов в Красноярске и Ачинске, а также электронные игры под видом букмекерской деятельности «Спортбет». Предположительно, доход только от электронных игр составил около 117 миллионов рублей. В преступном сообществе, согласно распределению ролей, был бухгалтер, осуществлявший учет денежных средств, смотрящий за залом, разрешавший все возникающие спорные вопросы, инкассатор, занимавшийся инкассацией игровых точек, и менеджер по подбору персонала и клиентов. В ходе обысков по месту жительства подозреваемых и в игровых залах были изъяты игровое оборудование, денежные средства и наркотики. В жилище одного из членов, занимавшего руководящую должность в преступном сообществе, изъяли около 7 миллионов рублей. В настоящее время 21 подозреваемый задержан, местонахождение еще 2 устанавливается. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие планирует активным участникам преступного сообщества ходатайствовать об избрании меры пресечения вне заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудниками полиции при участии оперативников ФСБ по краю, силовой поддержки бойцов управления Росгвардии были проведены обыски в различных районах города Красноярска, в Октябрьском, Центральном и Советском. Как установили сотрудники полиции, злоумышленники предоставляли нелегальные услуги через залы игровых автоматов, а также организовывали карточные игры в покер. Здесь стоит упомянуть о том, что к играм допускались только постоянные клиенты, как говорится, свои, при этом организаторы регулярно меняли адреса ведения деятельности. Была проведена масштабная спецоперация. Здесь стоит также сказать о том, что идет системная работа по декриминализации игорной деятельности. Сотрудники полиции работают достаточно продуктивно и поэтапно. Эту группу преступную вели достаточно длительное время для того, чтобы выявить всех участников группы, для того, чтобы выйти на большее количество лиц, участвующих в незаконной деятельности. И работа продолжается по декриминализации, и мы надеемся на дальнейшее выявление в ближайшем будущем. Также стоит отметить, что 210-я статья Уголовного кодекса, вот именно по линии БЭПа, она достаточно редкая. К этой масштабной спецоперации подходили достаточно подготовленно, и только благодаря хорошей подготовке в результате было изъято 259 игровых автоматов, 6 покерных столов, 2 рулетки, наборы покерных карт, денежные средства, 11 банковских карт и различное оборудование для игорной деятельности, документация, то есть там достаточно было все организовано.